Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Саркофаг Яхмос Меритамон, Тель-эль-Бахри, Скальная гробница, ТТ-358. 18-я династия правления Аменхотепа I, 1525-1504 годы до нашей эры. Кедр. Длина 313, ширина 87 сантиметров. Саркофаг из ценной породы дерева, за которым совершались далекие и опасные путешествия, принадлежит царице Яхмос Меритамон, чье имя в переводе означает «рожденная луной, любимая Амоном». Умершая изображена со скрещенными руками, в кистях рук два небольших скипетра, оканчивающихся цветком папируса, широкое многорядное ожерелье, пышный парик, изящно декорированный маленькими окрашенными в синий цвет углублениями, резной геометрический орнамент на груди придают фигуре царицы удивительное, почти неземное очарование, оттеняя и подчеркивая строгие правильные черты лица. Остальная часть саркофага орнаментирована перьями, имитирующими крылья богини Исиды, которые вырезаны по дереву. В центре саркофага иероглифы посвящения традиционной жертвенной формулы для обеспечения погребального культа. Вот такое описание к работе саркофаг Яхмос Меритамон, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.